Здравствуйте, здравствуйте. В эфире передача «Необычные люди». И сегодня у нас в гостях Николай. Николай похож на стул. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Каково это быть похожим на стул? Ну, вы знаете, нелегко. Жизнь поворачивается ко мне не тем местом. Иногда все, что я вижу, это одна огромная жизнь. Спасибо, Николай. Скажите, как обстоят дела с девушками? Ну, тут лучше. Девушки обожают садиться мне на колени. Да, это логично. Я знаю, что вы сегодня на передачу пришли со своим братом Гиви. Да, это так. И, кстати, вы на нем сейчас сидите. Иди сюда, красавица! Так, пойдем быстрее, быстрее, быстрее. Вот! Вот! Это переводчик! Переводчик! Это. I translate. Значит, в сотый раз повторяю. Сам я из Ханты-Мансийска. Ну, не из самого Ханты-Мансийска, из поселка городского типа, что между Ханты-Мансийском и Новым Оренбургом. Переводи. He's from Russia. Russia? Russia, he's been talking to me for half an hour. He's been coming back. Окей. Переводи слово в слово. I translate word by word. Чтоб я не попал в неувязочки. So he doesn't get into ties. Чтоб я не попал в переплет. So he doesn't get into binding. Binding? Ага. All right, tell him to start from the beginning. Начни, пожалуйста, сначала. Ну, ёшки-матрёшки. Hedgehogs and wooden dolls and peasant dresses. Значит так, шел 10-й день свадьбы. No. It was 10th day of a wedding. It's okay. Okay. И это вышло как раз на первый день Масленицы. And it fell right on butter holiday. Butter holiday. Он не знает, что такое Масленица. Ну, Масленица, когда жарят блины, когда сжигают чучело. Butter holiday, when you make pancakes, burn scarecrows. Scarecrows? Не знает. Ну, Масленица, которая сразу после Ивана Купала. Butter holiday, right after Ivan shower holiday. How could I miss that one? Ivan shower yes. holiday, when Ivan finally took a shower. Не ну, Иван Купала, ну когда мужики прыгают через костер, а девушки сидят возле колодца и ждут своего суженого ряженого. Ну, Иван Шауэр холидей, when men jump over fire, girls sitting by the well, waiting for their... Суженого ряженого? Суженого ряженого. Мэрил Кайн костюм! Let me get this straight. In the middle of winter, during a butter holiday, you burn dolls, jump over a fire, and sit by a well to wait for a groom? Все так? Честно, пионерское. Swear to you, my communist kid! Okay, who was with you that night? Кто с вами был? Ха, так все свои. Кум, Шурин, тесть и сват. Cousin, cousin, cousin and cousin. Да. И мы пили водку. So they drank... Водка, I got it, водка. Понимает. Отлично. Ага. Ели баклажану икру. Ate eggplant caviar. Селедочку под шубой. Herring under a fur coat. Gross. И мое любимое, картошечка в мундире. Oh, and my also favorite. Potato in a Russian army uniform. Okay, so what happened then? Потом что было? А потом кум с Шуриным что-то не поделили, и кум дал Шурину прямо в дыню. Okay. Cousin and cousin got into fight, and one gave the other punch in a melon. What? Что? Ну, навешал люлей. Hand him kebabs. What? Что? Ну, показал Кузькину мать. Шелки, Кузя's mother. Кузя's mother? Кузя's mother. Кузя's mother. Okay, I'm gonna write all of this down. You were at a wedding, you drank, you put coats on vegetables, and then you gave each other kebabs and melons. Все так? Сто пудов. 36
6 pounds. А потом приехали менты. Эти суки позорные, эти козлы вонючие. А это можешь не слово в слово. А, окей. And then the police came. И тут я понял, что у меня украли телефон. Oh, and then his phone got stolen, he wants to make a complaint. Okay, finally. Uh-huh. Do you have any suspects? Есть? Конечно, конечно. Кум, шурин, тесть и сват. Cousin, get out of here, get out! I don't want to see you anymore. Crying out loud, cousin. Oh, hang on. Hello? Да, мам. Да, вот на ужин, конечно. Да. Через часик. Слушай, мам, можешь приготовить картошечку в мундире? Чего-то захотелось.